Полгода назад, а если быть конкретнее, 14 февраля, для этого канала я записывал видео, посвященное страшной пасхалке из игры Sonic CD 1993 года. Так вот, за это время это видео стало самым успешным на моем канале. Помимо того, что оно набрало 234 лайка и 3 дизлайка всего, оно еще и набрало приличное количество просмотров. Всем спасибо большое за такую поддержку, за такую активность. Если честно, я этого не ожидал. Но не суть. Сегодняшнее видео будет посвящено снова Sonic CD. И снова пасхалкам. Если же первое предыдущее видео я снял только по одной пасхалке, то в этом я расскажу о всех пасхалках из этой игры. Ну, заодно еще и покажу. Давайте начнем. Начну, пожалуй, с пасхалки, на которой изображен Тейлз вместе с машиной. Чтобы активировать эту пасхалку, в саундтесте нужно ввести следующую комбинацию. В FM вводим число 40, в PCM 12 и DA 11. И вот пасхалка на экране. И вот мы видим Тейлза, рядом с которым стоит еще и машина. А в левом верхнем углу над машиной написано «See you next game», что в переводе означает «Увидимся в следующей игре». Что немного, но все же намекает на тот же Sonic Drift, который вышел еще в 1994 году, после Sonic CD. Scary Message, или же страшное сообщение. Об этой пасхалке я уже рассказывал в своем первом предыдущем видео по Sonic CD. Если вы об этой пасхалке ничего не знаете, то переходите по ссылке в описании на предыдущее видео и посмотрите. Там я рассказал подробно об этой пасхалке и даже ее показал. В этом же видео я об этом ничего рассказывать не стану опять, поэтому перейдем к следующей пасхалке. Музыкальная группа. Для того, чтобы открыть эту пасхалку, нужно ввести в саундтесте следующую комбинацию. VFM 42, PCM 03, ADA 01. И вот, пасхалка открыта. На изображении присутствуют Sonic и Metal Sonic, держащие микрофоны, а также Eggman, который, судя по всему, является диджеем. Sonic и Batman. Чтобы открыть эту пасхалку, нужно в саундтесте ввести комбинацию FM 42, PCM 04, ADA 21. И на экране мы увидим Бэтмена, у которого на голове и на спине есть иголки, как и у нашего синего ежа Соника. Миловидный, ну или же просто милый Соник. В саундтесте вводим комбинацию FM 44, PCM 11, ADA 09. И вот здесь мы видим милого Соника, который похож на ребенка. И, пожалуй, это единственная из пасхалок, которая не выглядит как-то странно или страшно, а просто добротная, милая пасхалка. Скажу честно, она мне нравится. Ну и последняя пасхалка – это восьмой специальный этап, то есть Special Stage. В FM вводим 07, в PCM 07 и в DA тоже 07. 07, 07, 07. Блять. А могли бы придумать какую-то другую комбинацию, нет? Почему, блядь, одни и те же цифры, я не понимаю. Ну, ладно, ладно, это не мне судить. Ебать, ну все же, почему именно 07, 07, 07, 07? После того, как мы ввели эту комбинацию, мы как раз таки попадаем на восьмой Special Stage. Да, по виду он похож на первый Special Stage, однако по сложности как раз таки соответствует восьмому. Также вместо планет первого этапа на заднем плане будет за вами наблюдать гигантское лицо доктора Эггмана. Что на самом деле немного жутко. На этом все на сегодня. Это были все пасхалки из игры Sonic CD. Если вам видео понравилось, то можете поставить лайк и подписаться на канал, если хотите. Хотя все же советую вам подписаться на этот канал, поскольку здесь будет интересный контент не только связанный с Sonic, но и с другими играми. Всем удачи, всем пока.